Приветствую вас на канале Zarbest Game, я NeoZar, и мы продолжаем вместе с вами проходить игрушку The Search. Всем приятного просмотра. Итак, мы находимся с вами в исследовательском отделе, и теперь нам нужно думать, что делать дальше. С доктором Зло мы как бы повстречались, этому мужику, к сожалению, дочь я не нашел. Если вы заметили, я чуть-чуть усовершенствовал за кадром свой костюмчик, сейчас он вот так вот выглядит. Ну, в принципе, ничего такого. Единственное, я оружие поменял. Оружие у меня называется ликвидатор. Вот, все это я прокачал по максимуму. И теперь вот так вот мы с вами выглядим. Хотя мне каска больше нравится вот эта вот, чем у меня стоял какой-то, не знаю, блин, отродье циклопа. И что ж, давайте выходить. Здесь у нас ходят охранники на нашем этаже. И охранники, могу сказать, достаточно злые. Кстати, из них можно выбить сет Гаргоны. Ну, сет легенький, поэтому я его не использую, но достаточно красивый. Достаточно красивый, могу точно сказать. Но мне нравится такой, как я, смешанный стиль использую. Это полутяжелый сет, как бы. Как же ты меня достал болтать, а? Оружие, в принципе, все то же самое. Вот, мувсеты все те же самые практически. Вот, ну, единственное, урон побольше оружия. Так что ничего, это практически не меняет у меня. Давай, до свидания. А, здесь я помню, еще где-то один охранник бродил. Вот он как раз и к нам бежит. Ах ты, тварь такая. Смотри, что творит, а? Ну ладно. Ну и ваншот сразу. Чуть-чуть поколдовал с аптечками. Все расставил импланты, как мне надо. Теперь у меня 9 аптечек. Ну, в принципе, я сейчас выложу вот этого сосунка и покажу вам, что и как у меня сейчас стоит. Да и вы меня задрали здесь, а? Враги здесь достаточно опасные. И выкинуть могут с первого удара. Потому что так, я так понял, что это какая-то элитная вообще стража. Вот видите, что делает? Я его даже не могу уложить. Хотя у него стоит легенький, совершенно легенький сет, а у меня более-менее тяжелый стоит сет. Смотри, что творит, а? Ну, давайте его добьем. Ох, по красоте, по красоте. По красоте. Фух. Ну и что у нас здесь? Сломанное снаряжение МГ Гаргона. Вот про что я говорил. То есть, если хотите быть похожим на Гаргону, можете здесь себе выбивать. И сейчас я вам покажу, что у меня стоит. Итак, оружие у меня МГ или Легионер. Полностью прокачано. Можете посмотреть его данные. Модуль для головы. Ну, в принципе, вот так вот. И импланты. Какие импланты я использую? Просто для ознакомления, если кто-то захочет быть похожим на меня. К сожалению, вот здесь я не могу поставить, потому что у меня только уровень один есть. Ну что же, мы как бы все здесь расчистили. Я думаю, что нам нужно идти вот сюда, потому что больше я пути как бы не вижу. Куда-то здесь бродить. У нас вот здесь вот какая-то штучка есть, которая раньше была, по-моему, закрыта. Производственный центр? Да вы шутите, блядь. Как меня задрал этот производственный центр. Короче, все дороги ведут, я так понимаю, в производственный центр. И все боссы ведут, то есть и все боссы находятся в производственном центре. Я уже просто не знаю, как они могли вместить все на одной локации в этом производственном чертовом центре. Потому что я думаю, что сейчас, по идее, должен быть босс. Ну да, производственный центр. Блин, валяются людишки. Так, ты кто у нас? Давай, до свидос. Интересно, враги сейчас тоже покруче стали. Хопа, что-то мы взломали. О, наноядро. Взять. Я, правда, не понимаю, что это дает наноядро. Для меня это загадка такая осталась. На всякий случай заюзаю аптечку. О, здесь тоже, смотри, стоят. Элитная пехота сюда пришла. Есть у тебя какое-нибудь неуязвимое место-то? Есть. Опа, не успел, не успел. Кто не успел, тот не съел.
красота. Нравится мне такая вещь. Просто по красоте. Так, ну и куда нам здесь идти? Что-то я, по-моему, в этом отсеке не был в производственном центре. То есть мы с какой-то задницы зашли, и мне сразу нужно в медотсек мой добраться. А, смотри, дверь открылась там, где она была заперта. Но только мне нужно вспомнить, где это место было. Ни хрена себе. Ты смотри, кто к нам пожаловал. Таких я еще не видел, крокозябр. Ну, я знаю, что они были жесткие, достаточно жесткие. Чего? Это что такое? Ты что сделал? Ну ладно, давай так. С тобой повоюем. Я не знаю, это простой моб? Если сейчас будут здесь такие мобы, то что-то я со своим прокачанным оружием с ними проблем уже начинаю иметь. А что будет с боссами дальше? Ну, по крайней мере, последний босс, с которым мы с вами дрались, мне совершенно не понравился. То есть глупой, и, как я говорил, что тупая совершенно... Твою мать. А, совершенно тупая камера, благодаря разработчикам. Так, а я вспоминаю это место-то. Да, блядь, да как ты там меня стреляешь-то? Я вспоминаю, где это. А вот этот, по-моему, остался. Ну, по-моему, их просто чуть-чуть усилили, и все. Такс. Куда нам бежать? По-моему, вот сюда нам нужно идти. Да, здесь будет короткий проходик. Смотрите, что сделали. Они поставили здесь элитников, я так понял, да? Опа. А, не успел. А я успею за тобой, мальчуганчик. На. На еще. И на по красоте тебе. Отлично. Что у тебя здесь? А, не нашел я единственное сет... как он называется, тоже тяжелый сет, протей, не знаю, с кого он падает, у меня только, к сожалению, есть от него ноги, но ноги мне не понравились, потому что ноги, не ноги, а руки, вот, у меня руки стоят от носорога, и они дают плюс 30 к силе, что значительно улучшает наши с вами способности. Ну, вернулись. Старый, добрый, производственный цех. Как он меня заколебал. Привет, ты нам чем-то скажешь? The situation's out of control, and it's getting worse. We have to do something. We need to release the lockdown on the executive floors. There'll be someone here who can help. You really want me to go up there, don't you? It's the best option we've got. I mean, we're not coming up with any solution. We're just surviving. We need to find a way to stop this and get help. That's what matters. The executive forum is our best chance. It's been in lockdown since it all went crazy. We need to get people out. People who can fix things. Fine. Assuming I want to, how would I even get to the executive forum? You're not gonna like this. There's no chance of getting through the usual way. But now that most of security is roaming the factory, their headquarters should be pretty much wide open. And it leads directly to the executive forum. Fabulous. Imagine my enthusiasm. I know. No matter which route you take, you'll need security clearance. And there's only one logical place to find that. Security HQ. I'm sure most of them are out on the floor or in R&D. This is your best chance, Warren. Take it. You ever heard of Project Utopia? No. But then I don't know most of what goes on around here. Do you think it has anything to do with what happened?
Probably nothing. Maybe it's just me, but I think we have more pressing concerns. The board would know. If it's got anything to do with the current situation, we should try and inform them as soon as possible. Have you managed to gain access to any of the systems yet? Not really. Most of the electrics are fried. The system seemed to reboot, but something's overwriting it. This isn't really my field. I'm lost here. We need someone who understands how it all works. Maybe they can break it down and call help in. Да, ничего она не сказала, в принципе. Ну, я так думаю, что... О, смотри, этот ушел куда-то. Так, о, вау, кто там стоит-то? А куда же этот хрен подевался? О, смотри, здесь никого нету. Интересненько. Move on, worker. The area is not safe. Опа. I recommend... Oh, it's you! I'm sorry, I didn't recognize you. It's nothing personal, just... I'm in the middle of something here. They need me. There's been a security breach in R&D. Big thing. We have to clear the area, so... You shouldn't stick around. Hey, you all right? No, I'm okay. It's just... There's so much going on. Like it's out of control, all the noise, the pain. Sometimes I feel like I can't hear my own thoughts anymore. So, you're part of security? I would have thought that would have been obvious from the uniform. Speaking of which, I need to get about my business. If I show up with only half of my equipment, the chief will have my head. Okay, then let me help. Tell me what you need. Good, please. I like that trait in a man. I appreciate your concerns, but... I'm ready, or at least I will be, when I can find the rest of my gear. Damn helmet! Where did I leave you? And did I lose my leg and body armor? I can't let you go out there without the proper equipment, can I? Well, let's see what you got. Шлем Горгона? Ну, на броня Горгона. Fit, I'd say. Don't know what to say. Thanks. That is one part closer to being myself again. На тебе шлем Горгона. I think this helmet should fit. Thank you. Means I only need to find that one last part now. А что тебе еще-то надо? Ты уже, блин, приоделся. Sorry, I have to go now. Okay, goodbye. Bye-bye. Блин, я ее приодеваю. О, смотри, она шлем одела, да? А, короче, ей экипировку Горгона нужно. Как она быстро все одела-то. Ладно, и куда нам идти? Опа, охранничек. Ну иди, сюда, родной. Блин, не хочу я для этой девки создавать ничего, потому что за квесты, как бы я понял, здесь ни хрена ничего не дают. Хотя, может быть, она мне дала бы пропуск. Хотя она могла бы дать и так пропуск, это свинья, блин. И смотри, здесь открылась дверь, которая была закрыта. Защищенный доступ. Хорошо, хорошо, это очень хорошо. Посмотрим, что у нас тут. Воспользуйся терминалом. Ну, поехали. Куда нас это привезет? Я думаю, что мы сейчас будем драться. Что это уже путь просто к боссу. Опа. Нас куда-то перенесло. Зал администрации. Ура. Что-то как-то в администрацию лифты подтрясывает, вам не кажется? Мне кажется. Так-с. Ну. Осмотримся. Excellent 9. Прикольненько. Блин, меня эта музыка уже достала. Она везде, что ли, здесь играет? Мотивчик можно уже сменить? И что?
понял. Там... А, во, смотри, как все круто-то. Да здесь, здесь я. Чё ты хотел-то? The executive forum should be just around the corner. Please be careful. You're so close now. First of all, it's crucial that you can move freely, or you won't go far. You'll need some kind of authorization. A code, or maybe a borrowed identity. Our primary goal should be to check on the board. And please don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Not now. I've gotten used to you being around. Where can I find the board? Where do you think? In the boardroom. Did you really need to ask that? So where are you? You said you're stuck in management. I'm here. When you break the lockdown, all the doors should open. I'll meet you in the boardroom once you've taken down the firewall. We'll finally be able to put an end to this nightmare. What can you tell me about this sector? I always found it exciting. The hub of Creo. Decisions made here affect the world. And we can find help here, Warren. I know it. Понятно. Как обычно, ничего не сказала. И знаете, что я думаю? Я думаю, что вот эта вот бабёнка окажется не тем, за кого она себя выдает, что мы ее что-то слушаем, спасаем. А получится так, что какая-нибудь она окажется совсем хреновенькой. И это что такое? Понятно, закрыто. Срез какой-то. Hello, operative. Danger. Safety risk detected. У тебя есть пропуск, а? Лысый. Welcome, welcome. Есть, есть у меня доступ. Всевидящее око. У меня здесь все найдется. Хотя мне там говорил, типа, в исследовательский отдел иди, и там найдешь пропуск для себя. Ага, хрен я там нашел, они исследовательские. Смотри, что это такое? Хм, нормально. Закрутил его. Ну, ничего не надо. Может быть, нам вот эта вот бабенка дала бы, конечно, пропуск, если... Ой, ой, ой. Ух ты, смотри, а у тебя какой-то другой костюмчик, да? Может, с тебя что-нибудь упадет? Ты как-то странно передвигаешься. Ну-ка, а что с тебя падает? Что? Небольшой груд металлолома и чего там? Что-то какой-то нагрудник был. Сейчас посмотрим. Инвентарь, поврежденный фрагмент. Так, каркас. Так, понятно. Расходные, расходники. Ничего хорошего с тебя не упало. Куда идти? Я видел там стенку такую. Вижу здесь такую стенку. Тихо. Здесь мы можем подняться. А там мы сейчас посмотрим. Оу, как это я так зашел? Не понял. А, все. Я уже просто в этих коридорах. Мне они уже скоро сняться будут. Что? Это что? МЖ? Туалет туда? Ну пошли, сходим в МЖ. Арсенал. Ух ты. В арсенал ты хра... Ой, ты мой старый друг. Ой, ты мой старый друг. Какой ты стал покруче, мне кажется. Администрация себе покруче роботов наставила. Уйди отсюда. Ну, ништячок, это хорошо. И ошибка. Понял. Но это все равно какое-то будет средство пудово. Еще один ништячок. И туда у нас показывает, тут у нас туалет, да? Херакс. Че это? Что это такое? Какой сервер? Cameras,
That means we have an intruder on this floor. I want additional forces in the boardrooms right away. Nothing's to get through. In the meantime, you two, go and check out the area around the elevator. Coordinates have already been sent. No games, no warnings. Take down any unauthorized personnel. Get it. Lay down your weapons and come peacefully. Нифига себе. It's just the same to me. Нормально. Не, ребятишки, вы чё, охренели, что ли? Блин, смотри, у него какие доспехи классные. Да ладно, да это ладно, да у меня просто нет слов. У меня просто нет слов, да вы чё? Да вы издеваетесь, что ли? И как и там драться-то? Я даже понятия не представляю, как там можно драться со всей охраной. Тем более с элитниками, тем более с такими. Мне кажется, что-то там разработчики опять переборщили. Может быть, куда-то сюда нужно? Блять, забыл тебе про тебя, твою мать. Лысый ты башка, блядь. Блин, ну мне понравилось, вот который жопа к нам стоял, охранник, мне понравился у него костюмчик. Я хочу вот такой, я хочу экзокостюм себе. Ну понятно. Лифта для меня не существует, у меня и так быстрая телепортация вниз. Может, мне правда нужен... Блядь, что это такое? Как мне взять вот эту вот хрень-то? That bitch just tried to get me killed. I know it. She made me go through security, right through the damn HQ. Said there was no other way. Sure, the vent system would have been a better option. Even the main entrance was less guarded. I nearly got killed because of her. I am so stupid to put all my trust in her. But who else have I got? Куда я попал-то вообще? Fail to recognize authorization. Please report to security head at earliest opportunity for new ID. Я не понимаю, где я хожу. А, ну посмотри, я опять вернулся. Это такой срез, но зачем он был нужен? Я не понял вот этого. Нахрена он нужен? Или это не такой срез? Подожди. Ну нет, вот, все правильно. Короче, может быть, создать костюм Горгона? Я могу создать костюм Горгона? Интересно, сейчас посмотреть нужно. Вроде мне там всего хватает. Так, улучшение создания. Создание Горгона. Ликвидатор. Снаряжение для ног, ликвидатор. Так. Создам нахрен, все создам сейчас. Так, часовой. Она сказала, по-моему, ей одна вещь нужна, да? Ну-ка, давайте попробуем вернуться. Попробуем вернуться и отдать ей вещь. Может, все-таки она пропуск даст нам? Блин, пошли вы в жопу, блядь, жадные. Правда, не знаю, стоит она там, ждет нас еще или нет. Ну где-то она так хорошо погуляла. Что просрала, блядь, всю одежду. Наверное, с охранниками зажигала, блядь. Давай, открывай уже. Потому что я думаю, если у нас будет какой-то пропуск... Ну, вроде мы оба остались, может, и она осталась. Блядина-то, а?
Ты, блядь, да наведись ты, блядь, не на эту хероту-то, блядь. Заебал, блядь, это мне херота, блин. Нажимаю, чтобы он вот на эту, блядь, херь нарвался, блин, маленькую, блядь. Нет, он, блядь, направляется, блядь, совсем не туда, куда нужно. Ну, ты тут стоишь еще, ждешь, дорогуша. А, смотрю, ждет, ну-ка. Да, 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 я принес тебе одеться. А то жопа вся наружу. Чего? А что мне снять-то? Подожди. Тебе горгоновские нужны, да? Я не понимаю, может, ей сапоги нужны, горгона? Давай, блин, а у меня сапоги, чертеж сапог есть, горгона? А, да, 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 ей явно нужны сапоги, потому что... Сапоги горгона-то я себе, по-моему, одел, да? Ну-ка, давай создадим сапоги, сапоги, сапоги. Так, операторы, вот, ну-ка. Ну-ка. Если так. This is not a scheduled break time. Здорово еще раз. I don't have time right now. Still missing equipment. The chief is going to kill me. I can't let you go out there without the proper equipment, can I? Well, let's see what you got. Try this. No. Should be the right one. Thanks. I owe you one. You just spared me a lot of trouble. Then tell me, if you're security, you must know what's going on here, right? That information is classified, and even if I wanted to, I couldn't. The investigation is ongoing. Irina, you're an engineer, remember? You told me this. An engineer? I can barely tighten a screw. Please. My head. I don't have time for this right now. Да, плохая, плохая была затея. Так, ты меня задрал. Не хочу я с тобой драться. Мне просто нужно в лифт пробраться. Надеюсь, он за мной не побежит. Не, не успеет. Давай, трясущийся. Я вообще думал, что мы сейчас отдадим сапожки ей, и она нам даст пропуск, чтобы мы на этой арене, ну, со столькими не бились. Я просто не представляю, как со столькими там биться. Вы видели, там какая-то там вообще куча идет, блин. Это, я не понимаю. Или разработчики что-то, я не знаю, там курнули или перепили числа. Потому что, ну, нереально там драться, просто нереально. Давай, открывай уже калитку свою. Где тут эта песенка-то моя играет? Do you require assistance? Так, и мне нужно как-то быстренько здесь туда попасть. Ну, как-то быстренько у меня пока не получается туда попадать, потому что я еще как-то особо путь не запомнил. Да дайте стукнуть хоть разочек, а? Вот этим лысым подчеколдыном. Наведение просто прекрасно работает, да? Я пытаюсь переключить на того, кто поближе. Оно видение мне не дает переключиться на того, кто поближе. Что, ножка болит, да? Ну, на, получи по больной ноге-то. Ну, я, конечно, я, может быть, что-то не понимаю. Но, блин, ну я больше путей-то никаких, в принципе, даже не вижу на эту арену-то. Да как ты меня задрал, а? Есть-то клоп, блядь. Из-за этого клопа. Поехали. По-моему, так, да? Эти... В принципе, все это можно будет пробежать, кроме вот этого робота. Блин, ну и аптечки я потратил.
Уже две аптечки съел. Вот это может быть средство. Но это не такой средств. Блять, кусок говна-то, а? Валяешься ты здесь. Как-то странно мы сюда заходим. А, во, подожди, теперь почему-то стоит один. А куда вся охрана делась? Не понял. Странно. Теперь куда-то вся охрана ушла. Ну, с одним-то это да совсем другое дело подраться. Может, у него как раз и броню сейчас сниму. Ни хрена ты мощный. Есть у тебя уязвимые места-то? А, да ты босс вообще, да? Вот у него классная броня. Не нравится, нравится. Это что за хрень? Э! Ах ты, бледина. Блин, а это же первый босс вообще. Только какой-то жесткий, по-моему, стал чуть-чуть. Блин, а что мы делали с первым боссом-то? Я помню, что полоску нужно догнать до определенного уровня. И потом просто бить по ногам. А, ну ладно, давайте. Попытка номер два. Да ладно, да как здесь пробежишь ты их? Не, ну пробежать, конечно, можно. Но как-то по-уродскому все это сделано. И вот этого тоже они поставили нахрена сюда. Дебилоидика. Блин, мне бы хотелось... А, подожди, вот дверь. Че, здесь сюда можно зайти? Ага. Вот у меня как раз здесь пропуск при этой войне там. Пошли вы в жопу, блядь. Ну давай. Тварь, блядь. Нифига ж ты бьешь, а? Блядь, тварина. Я не помню, как вот с этим драться. Что я с ним делал? Нужно свою запись пересмотреть. Да что ты такой грозный-то? Я помню, что я его бил по ногам. Ну вот, сейчас у него энергия полна. По идее. Сейчас он должен... Блять. А, все, вот так вот он упал. И теперь нужно ему, блядь, по чекалдыну бить. На. Блин, чуть-чуть. Ну ладно. Я бы хотя бы вспомнил, что нужно с ним делать. Давай. Все, один готов, я думаю.
Давай, до свидос. Ну, выходи, Цербер, один на один, да. А, вот он вышел. Ты тварь, блядь. Пипец. Вот так вот, с добиванием. Фух, отличный бой. Отличный бой. Вот это мне бой понравился. Я еще босса не добивал. Просто отлично. Фух, я не знаю, где увидите такое или не увидите. Вот, потому что вы видели сами, что было, должно быть две фазы. Но я добил эту чучелу, блядь, с одной фазы, блядь, и я убил его, блядь. Фух. Ну что ж, на этом, друзья мои, мы закончим нашу эту серию. Просто эпично. Вот так вот, как сейчас эпично мы убили босса. Всем спасибо за просмотр. С вами был Неозар. Не забываем подписываться на канал, комментировать видео, если что-нибудь ставить под видео. И до скорых встреч. Пока-пока.